Господин Сакай бежал! Ищите повсюду! Найдите его! Нам помочь в поисках, господин. Кто-нибудь его видел? Он мог сбежать на север. Вы двое, на коней. Остальные на ворота. Хорошая. Тихо. Это я. Прости, что не защитил. Юна. Они все здесь сожгли. Энзи сказал, Юна ушла к священному дереву. Я безоружен. Нельзя, чтобы меня заметили. Чихарву! Начинается метель. Нужно скорее найти Юну.
Начинается метель. Нужно скорее найти Юну. Негумбел. Юч пиш пече. Чихарву! Начинается метель. Нужно скорее найти Юну. You. Entzückt Harrikson. Nun gehört er auch durch Polik. Здесь нет. Но эти люди, должно быть, монголы их окружили.
еще крестьяне. Почему они погибли? У него изо рта шла кровь. Ах, нет. А кони там. Монголы научились делать мой яд. Теперь они используют его против нас. Му призрак, Бартарни! Меня отравили. Не скроется в метели. Юна, это ты? Думала, ты не очнешься. Я сам удивлен. Монголы отравили меня моим ядом. Откуда он у них? Не знаю. Теперь могут делать его сами. Значит, испытали его в деревне Кин. Перед тем, как ее сожгли, я видела людей, лежащих в лужах крови. Решение тут одно. Убить Хотунхана. Он увел свое войско в крепость на берегу. Порт Идзуми. Мы должны засесть где-то рядом. Я поищу место. Твои вещи в сундуке. Как сможешь, приходи к дозорной башне. Надо найти Юну. Знаю, где лучше спрятаться. Поднимись и посмотри на гору. Убежище. Где-то на горе. Пагода Дзюгаку. Уединенное место легко оборонять. И на расстоянии удара от крепости хана. Только одна беда. Ее захватили монголы. Это мы исправим. Идем к лошадям. А где твой конь? Когда я бежал, стража замка стреляла в нас. Они убили Нобу. Сочувствую. Пока придется обойтись этим. Все эти люди из Кина? Не знаю. Монголы не один город сожгли. Не сражались бы мы друг с другом, а взялись бы за них. Скажи мне, почему ты сдался? Если бы я не сдался,
Все, кто за мной шел, напали бы на самураев и на господина Симуру. Устроили бы резню. Хану только этого и надо. Твой дядя сыграл ему на руку. Его загнали в угол. Монголы, я, долг перед Сёгуном. Выиграть эту войну можно лишь вместе. Симура глупец, что отказался от тебя. Он хотел, чтобы я стал его сыном. А я его подвел. Но ты поступил правильно. Пусть так, но мне от этого ничуть не легче. Скажи это тем, кого ты спас. Если мы убьем хана и прогоним монголов, может, тогда твой дядя тебя простит? Когда я был ребенком, Симура стал для меня отцом, наставником, целым миром. Я всегда боялся разочаровать его. Надеюсь, мы залечим эту рану. Что бы ни случилось, его прощение не сделает меня иным. Он думает, я тебя испортил. Я сам сделал выбор и уверен, что выбрал правильно, несмотря на последствия. И пусть Сёгун считает, что я предатель. Храм Дзюгаку уже близко. У озера есть рыбацкий лагерь. Станем там и пойдем на разведку. Лошадей оставим. Дальше пешком. Здесь густой лес. Легко укрыться. Как нам, так и монголам. Безопаснее подойти к храму по открытой местности. Или по льду. У них пленные. Замерзнут насмерть. Мы их освободим, храм. Сигнальная пушка. Чтобы оповестить о нападении. Ясен бе. Хуй! Харво! Че юарса? Ата хэч баса. Прошу, пощадите.
Не надо. У меня же дочь. Вы все, что скажете. Тент Негюмбен. Я не понимаю. Чамтара Гучвен. Работать до смерти. Вы свободны. Больше никого нет. Храм обороняет лучше. Так просто не войдешь. Посмотрим, что там. Они оставили порох на льду. Нам это поможет. У озера их лучники. Нас сразу увидят и застрелят. Пусть сами к нам придут. Что? Выстрелю из сигнальной пушки, выманю их на лед. А там перебью по одному. Будь начеку, я их выманю. Это они заметят. Пора назад к Юре. Сработало. Вышли на лед. Конец. Еще бы немного. Мы с ними разделались. Теперь идем к пагоде.
Нужно продумать нападение. Водопад замерз. Заберемся по нему и перелезем через стену. За мной. Воевода и его охрана. Убью его, и они разбегутся. Дошо!
Прошу вас, хватит!
Умоляю, у меня семья! Мы думали, что так и умрем рабами. Тебя не тронут. Монголов нет, стены прочны. Это хорошее место. Эй, твой дядя выбрал свой путь. А я выбрал свой. Ход, он понял тактику моего дяди. Знает, как сломить армию самураев. Но не знает, как защищаться от нас. Мы отомстим за Таку. За всех.
один. Сюда. Господин, помогите! Торговать нынче тяжело, господин. Вы такого никогда не видели? Прощай. Всегда рад помочь, господин. Буду рад заточить вам меч, господин. Вам понравится? Острее не бывает. Прошу прощения, но этого не хватит для работы, господин. Пусть этот меч принесет вам удачу. Дин, сюда. Мы могли бы воспользоваться старой дорогой из Оми через форт Каминадаки, но там монголы. Чтобы избавиться от них, тебе понадобится помощь. На горе Сага есть лагерь охотителей, зовут Такеси. Он твой друг? Нет, но он сделает все, что я скажу, а его люди хорошо стреляют. Встреться с ним, а я проникну в замок твоего дяди. Друзья найдут тебя в Оми. Веди их в атаку с юга. Мы с твоими друзьями-охотниками зайдем с севера. Думаешь, получится? Да. Береги себя, Юна. Ты тоже. Чинить вам лук, господин. Такому луку позавидовал бы Тадайори Нагао. У вас нет нужных материалов. Прошу прощения. Разите без промаха. Но!
Господин, помогите!